Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод с подписчиками, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет! Ребята, все просили, чтобы я всем включил микрофон, так что сегодня у нас серия, где у всех подписчиков будет включен микрофон. Карта у нас биом, пацаны, разбегайтесь, а у нас прятки. Будем использовать новых аниматроников, вот этого чилипиздрика мне очень нравится, он такой очень прикольный. Так что, ребята, если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Пацаны, 10 секунд вам даю. И сразу бегу и мочу. Давайте сразу заготовим стоп-саунд. Так, говорите. А что таки мало времени дал? Время вам хватит, ты 10 секунд. Да что ты? Да что ты таке говоришь? Так, все, пацаны. Еще 5 секунд и все, я иду. Ты нас не найдешь. Найду, найду, я знаю, где вы. Ну, удачный вот ты, мэ. Найду, найду, пацаны. Вот это вы зря радуетесь. Удачный ты. Я псих. Я находил 1000 человек в минуту. Мой рекорд. О, да, знаете что? Давайте посмотрим. О, я уже вижу одного. Эй, иди сюда. Трогай меня, пожалуйста. Я тебя буду трогать. Блин, я так медленно поднимаюсь, как и он. Эй, привет, как дела? В воздухе! А! Ты чё стреляешь по мне? Ха-ха-ха. Ребят, так что, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. И не забываем ставить лайкосик и подписываться на наш канал Димас ТВ. Всегда рады всем и всегда. И вся. Вот так вот. Пацаны, все. Я много болтаю, теперь пора выходить на охоту. Я начал очень быстро искать вас. Я знаю, кстати, даже некоторые уже подписчики, которые со мной записывают, их неповадки выучил. Я даже знаю, что вот тут кто-то сейчас из них будет... А, пацаны, вы заметили, что на снегу жопа скользит постоянно? Да, мы заметили. Так, все. А уже когда... А, очень понял. Скользко. Пацаны, пацаны, пацаны. Это... Я уже я одного уже увидел вот здесь вот. Так, дай так, так. Подсказку. Так, никого. Перепунькал. Так, так, так. Я залезть не могу. Ты умрешь. Так, короче... Баблгам, смотри мою тактику. У меня есть РПГ, которая начисляет противника. Если Димас рядом, то он его автоматически обнаружит. Даже если он будет не в Димке. Так что следи за мной. Так, пацаны, я сейчас кого-то высмотрю и убью вас. Ну, это не точно. Это я точно. Аниматроников. Ой, я кого-то слышал. Он тут. Вы меня услышали? Да. Подождите, стойте, стойте, стойте. А, я догадываюсь, где вы. Я догадываюсь. А ну, а сейчас. А! Да кто это? Что? Скромник, так нечестно. А что он? Да он взял этого маньяка и убил меня. Ах ты ж лоб. Вот так, значит, да, ты со мной будешь общаться? Хорошо. Как не стыдно, скромник. Да. Я его сейчас выслежу, пацаны. Включаю максимальную атаку. Так, ну что, дипер, скромник, то есть. Мочи теперь со мной. Давай будем объединять силы и искать этих челепиздриков. Так, давай, я стою видимым. Идем вместе. Бери своего любимого аниматроника. Есть. А, вот, смотри, собака бегает за ней. Я тут все завожу, вы не пойдете. Ой, собака, как обход. Ты че так стрибаешь? Иди сюда. Ха-ха, ребята, не могу попасть. Да, да, да. Ай, куда я падаю? Подожди, подожди, а где это я? Нифига себе карта прикол. О, год взрывчатки, мать моя женщина. Они меня в ловушку. Пацаны, вы у меня, кстати, половину жизни вынесли, даже больше. Было 5000, осталось 2159. Короче, нормально. А зато мы сбежали. Вы, пацаны, молодцы. Ай, жопа горит. Ого. Так, скромник, не надо, отойди от меня. Так, что-то я никого не могу найти. Где? Что это такое? Здорово. Димас ничего не понял. Беги! А где ты? Я убегу. Кто был плюс-трапом? Че я не вижу никого? Где они ныкаются? Так, скромник убил, есть. Так, скромник. Теперь с нами Пикачушка. Давай, так, 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 пацаны, целюсь, целюсь. Есть! А ты что думал, в сказку попал? Здесь играет самый опытный. Блин, тут такая невесомость, так необычно. Да.
Так, лечу за карту и выхватываю его за картой. Ай, блин, я сдох. Тут все умирают. Я его увидел, он за картой был, походу. Есть, я живой. Отлично. Так, давайте еще раз своего хеллоу возьмем. Господи, кто это сейчас сделал? Так. Скромник, это ты? Я думаю, это пацан. Возьмите золотого. Там смотрите, как прикольно под картой, да, здесь вы видели? Как здесь, офигенно. Такие прикольные какие-то щупальца, крючки торчат. Такс, такс, такс. Пробегаем сюда. Можно тут, короче, паркурить, что ли? Точно, на крючках можно паркурить. Офигеть. На облаках тоже можно. Я думал, это корни деревьев. Нет. Короче, не могу его найти. Вы его нашли или нет? Нет. Ах ты хитрый жук. Я знаю, где он, пацаны. Я знаю. Нашел он, Дэви. Ого. На каком биоме? Он возле деревьев бегал. Так, 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 ищем его. Так, я тоже смотрю сверху. Внимательно. Ух ты ж, ёлки-палки. Все, минус. Все, всех нашли? Да, скромник нашел. Так, хорошо, пацаны, давайте теперь я буду прятаться. Давайте, кого последнего нашли, тот пусть и ищет. О, Артемка. Ты меня фиг найдешь сейчас. Я нашел нычку, все, ребята. Ну что, все спят? Да. Начинаем. Скромник, так нечестно брать такую оружку, ты ж невидимый. Так, все, смотрим, ребята, наблюдаем за ним. Вон он бегает, бегает, где Египет? Побежал, побежал. Чика, чика идет бешеная. Так, приближается, приближается. Отдаляется. Ха-ха. Куда бежит по льду? Сломанная Чика. Там никого нету, мы тут, челепиздрик. Поднимается наверх. Бежит, бежит, бежит там, где лес. Лови маслину. Ого. Неплохо ты его гасишь. Короче, это прятки со стрельбой, да? Ага. Ты кто такой? А как он мне попал? Оу. Пойдет? О, Димас. Да я чуть-чуть. Ты что, думаешь, я не заберусь сюда? Мочи, мочи, мочи его. Иди сюда, я тебя не боюсь. Не боишься меня? Блин, чуть не упал. Пацаны, ждем его, ждем. Угу. Зря не боишься. Кто это там с плазмоганом? Лучше Артем еще недооценит. Так, пацаны, я запрятался. Перепрятался даже. Так, ищет, ищет нас. Так, а я пошел в одно местечко. Я перепрятался. Я сейчас тоже перепрячусь. Потому что опасно. Ого. Черное очко кто-то запустил. Я его не вижу. А, Дима, здорово. А, это баблшип. Воу, красивое оружие это взрывается. Ты меня испугал. Подождите, а кто там второй? Ого, сам себя скинул. Я не могу убить. У него много хп. Пацаны, а вон я вижу, бежит. Стреляем! Ой-ой-ой-ой-ой. Пойдет? Нет. Ну давай, выходи, Чика. Чика, Вероника, иди к нам. Так, 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 бегает, бегает. Если что, я успею убежать. Та не меня! О, наконец. Ой, красиво. Я слишком много хп. О, Дима, здорово, я тут. А, ты на облаке уже? Да. Ой, блин. Ах ты жлоб, ты меня убил. Ты чё? Простите. Так, я его вижу, я вижу, вон он. Ай, не достаю. Так. Открываем огонь на Чику. О, вот это эпичное оружие. А Чика вообще в другом месте? Да? А. Да. Мы тут полкарты разбомбили.
Даже не с Алексей, фиг садишь. Так, а где она? Ой-ой-ой, ты чё делаешь? Скромник, давай так же. Давай, прям под ноги стреляй. Давай, прям под ноги. Чика никого не может убить. Я уже одного слил. Так, давай еще сливай. Ой-ой-ой. Скромник, ты вообще офигел, что ли? Скромник, как ты попал? А ты кто такой? Короче, я пожалею немножечко без охраны. Я что-то... не могу слить одного челика, потому что у него много хп, наконец-то. Так, я вижу, плюштрап прыгает. Так, скромник. Теперь кто? Так, меня не надо... Не трожь. Я знаю то, что у нас свои счеты, но блин, но не трожь меня. А, я не успел! Пацаны, я придумал метод, когда ты не можешь найти человека, но очень надо. Окей. О, меня это не убило. Так, пацаны, пробуем последний метод его найти. Не надо, мне уже страшно. Что это? Не, Дима! Убила? Есть! Нет. Нет, не убил. А, нет, убило. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!